сопротивляемость организма, Господь, пусть в познании Тебя каждый раз, Господь, обновляется каждая клеточка нашего естества, Господь, нашего духа, нашей души, нашего тела, Господь, Отец. Молим, Господь, прямо сейчас за Любу, Господь, Чащину, Господь, приди, Господь, на ее связки, на ее горло, Господь, удали всякое воспаление, запрещаем всякое горячки. Призываем, Господь, защиту Твоей драгоценной крови, Господь, на всех тех, Господь, аллилуйя, Отец, которые, Господь, называют себя христианами и живут, Господь, по заповедям Твоим, потому что любят Тебя, Господь. Слава Тебе, всемогущий Бог. Обновляй нас, Господь, в силе, Господь, аллилуйя, Отец. Полетим, как орлы, не устанем, побежим и не утомимся. Юность наша обновляется в познании Тебя, Господь. Мы новое творение во Христе Иисусе. Древнее все прошло, теперь все новое. Аллилуйя, Отец. И ранами Твоими мы исцелились. Так написано у пророка Исаия, 53 главе, Господь. Ты забрал наши немощи и болезни, Господь. Аллилуйя, Отец. Осана. Еще написано у Якова, Господь. Если кто болен, то пусть призовут пресвитеров и помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Молитва веры исцелит болящего. Если соделал грехи, то простятся ему. Господь, научи, Господь, аллилуйя, Отец, Божий народ, Господь, каждый раз призывать, Господь, приглашать служителей, Господь, аллилуйя, Отец, не стесняться, Господь, чтобы служителя, братья, сестры во Христе Иисусе приходили, Господь, молись друг за друга, Господь, чтобы мы друг через друга получали эти исцеления, потому что Ты обещал в Евангелии от Марка, Господь, в 16 главе, то, что верующие же будут сопровождать сии знамения, возложим руки на больных и будут здоровы. Хвала Тебе, всемогущий Бог. Мы благодарим Тебя за это полное исцеление, за Твое действие. Ты всемогущий Бог, и Ты абсолютно все можешь. Когда мы ничего не можем, Ты можешь все. Во имя Иисуса Христа молились на этом месте. Аллилуйя. Божий народ да скажет Аминь. Будьте благословенны.